Здоровье Подмосковья. Областная акция развернулась сегодня в Клину. Пациентов консультировали лучшие специалисты Маники. Эта связь нужна для того, чтобы пациенты, которые везде есть, могли своевременно и качественно получить помощь. В клинских больницах лекарства есть. О нарушениях сообщайте по телефону горячей линии или лично главврачу. Я буду моментально вмешиваться в ситуацию и решать вопросы с тем, чтобы конституционные гарантии гражданам, проживающим на территории Клинского муниципального района, были выполнены в полном объеме. Опасные балконы жители на рынке рискуют каждый день. В дело вмешалась прокуратура. По результатам проверки будет принято решение о принятии мер реагирования. Это может быть как дело возбуждено об административном правонарушении, так и внесено представление об устранении нарушения закона. Открытый путь и безбарьерная среда. Теперь условия созданы в 8-й школе и здании управления образования. Мы проверяем, Вячеслав. Абсолютно не применял физическую силу, да, даже не используя колеса, только за счет рук. От сердца к сердцу. В МЦ «Стекольный» праздник приемных семей развернулся уже в третий раз.